В селе Жалгаскарая Аккольского района ряд социальных проблем. Жители недовольны нынешним состоянием дорог. Кроме того, не хватает детских площадок. В образовательном центре села отсутствует спортивный зал. У нас с советских времен дорога не знала ремонта. Дорога находится в очень аварийном состоянии, можно сказать. Сделана проектно-сметная документация с госэкспертизой. Там стоимость строительства порядка 600 миллионов тенге. Предварительно, когда мы ездили на защиту бюджета вот, с нашими уважаемыми депутатами, область Ермек Брамбаевич Рахмет поддержали, и 200 миллионов тенге предварительно заложено. На встрече поднимались вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой, благоустройства, освещения, жилья, а также социально-экономического развития. Качество дорог особо беспокоит сельчан. Специально мы сегодня здесь собрали вас, чтобы показать, что вот в каждом районе у нас сегодня идет такая большая динамичная работа, вот как на примере нашего села Урюпинка. И если мы в 2016 году вместе с вами отремонтировали 162 километра дорог, вот смотрите, было выделено только 3,8 миллиарда тенге, вот, то в прошлом году мы отремонтировали 790, рост был почти в 4 раза. Кроме того, глава региона ознакомился с ходом работы ряда социальных объектов области. Осмотрел строительство лечебно-реабилитационного комплекса. Стоимость данного проекта составляет 4,5 миллиарда тенге. Ну, пансион, надо сказать, у вас что здесь будет? Лечение? Лечение. Сколько номеров? 100 номеров. Сколько человек? 200 человек? На 100 человек. Каркас. А что мы будем расположиться? На свечу. Кейсу. Кейсу. А затем аким области посетил инклюзивное образовательное учреждение села Урюпинка. Здание 1960 года постройки было реконструировано в 2005 году. Дети по заявлению родителей. У нас в основном, ну, Сокмолинской области. Да, Соколя очень много у нас детей, Куши есть дети. Разные дети есть везде, сколько льжено. Но Акмолинская область, у нас все дети с Акмолинской области. Последние 3 года в регионе проделана огромная работа. Развивается инфраструктура, решаются вопросы благоустройства и жилищного строительства. Аким области Ермек Маржекпаев заявил, что проблемы жителей всегда будут в центре внимания. Василий Павлиди, Султанат Бейсенова, Дархан Мужубаев, Амир Койшибаев, Кокше, Акпарат.